Добрый день, дорогие друзья! Очередной сорт винограда, который я вам хочу представить, называется «Память Домковской». Кишмиш, абсолютно бессемянный, подходит для северного виноградарства. Ягода не крупная, грозди тоже не крупные. Не подвержен заболеваниям, то есть достаточно устойчив к мильдию, аидиуму. Поэтому можно выращивать в северном виноградарстве. Я живу в Нижегородской области, широта 56,4, северный склон. Как бы все минусы, но однако в сентябре, в начале, ягода полностью в наших условиях созревает. Данный год неудачный, поэтому созревание настало во второй половине сентября. Всем рекомендую эту форму, особенно те, кто живет в северных областях. Возьмите эту форму на заметку. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и будьте здоровы!